Ею пользуются как жители окрестных домов, так и те, кто приобрел квартиру в перспективном микрорайоне, где активно ведется комплексная застройка. Остановку необходимо было окрасить, а также заменить пластиковую крышу. В городе-курорте работы по благоустройству ведутся в ежедневном режиме. По поручению главы Юрия Федоровича Полякова был сделан тротуар в сфере Гудовича за музеем. Ну, там была народная тропа, и мы как бы сделали там по тротуарную плитку постелили. На сегодняшний день, значит, красятся пешеходные переходы возле школ и садиков, готовятся к 1 сентября, и также обновляется дорожная разметка, осевые линии на территории города. Сейчас заканчиваем город и будем переходить в округа.